Тема действительно наболевшая. Упав верхом, поднявшись, опять-таки, по-прежнему не собираясь, и на фоне развала начинаете делать сбор и выводить. Независимо от уровня, каждый человек может научиться этому за считанные секунды. Сегодня буду говорить о наболевшем. Данный выпуск просто пропитан болью, потом, кровью, плачем младенцев и оскорблением чувств верующих в спортивные бальные танцы. Всем привет, меня зовут Герман, и это блог «Бальная латина». Ча-ча-ча. Данная тема напрямую связана с постановкой осанки. Об этом я говорил в одном из роликов, ссылка сейчас появится где-то здесь. Тема действительно наболевшая. Та вещь, о которой я сейчас буду говорить, ей грешат от топовых танцоров. Такие ошибки совершают на разном уровне. Уточню, что мое отношение к ошибкам я уже разбирал в одном из предыдущих роликов. Так что посмотрите, поймете, о чем я. Предположим, то, что вы смотрите какой-нибудь видосик на YouTube, либо, возможно, смотрите на конкурсе какую-то танцующую пару, либо отдельно танцующего исполнителя по бальным танцам. И предположим, то, что вы видите следующую картину. На первый взгляд, ничего особенного. Многие даже скажут то, что это очень хорошее исполнение. И даже большинство в комментах напишет: о господи, насколько это прекрасно. Я же, напротив, смотря на это, в своей голове увижу следующую картинку. Самое ужасное то, что некоторые, возможно, это отсудят. И самое ужасное, что действительно, на первый взгляд, среди толпы танцующих исполнителей, толпы бальных пар, такая пара будет выделяться. Послушайте, это же бред. Ну ведь бред, бред, послушайте. И тут, собственно, встает некий вопрос. Дело в том, что такого рода исполнение делается за 3 минуты. Я сейчас объясню как. Ча-ча-ча. Независимо от уровня, каждый человек может научиться этому за считанные секунды. Просто берем 4 точки. Первое – это правое ребро, левое ребро, правая точка тазобедренного сустава и левая точка тазобедренного сустава. Берем эти 4 точки и 2 нижних точки относительно 2 верхних растягиваем по максимуму. И в данной позиции создается ощущение стяжки. И исполняется абсолютно любой танцевальный элемент. На первый взгляд это выглядит очень элитно. Но встает вопрос, а посмотрите, насколько оттопырен зад назад. Oh my. Если вы видели хоть одного человека, который ходил бы по жизни в такой позиции, посоветуйте сходить ему к остеопату. Ча-ча-ча. А вот вам другой вариант исполнения. В свою очередь скажу то, что данного варианта исполнения я добивался где-то около полугода. Я как будто бы заново учился ходить. Впервые этот вопрос был поднят на одном из индивидуальных уроков, после чего я позанимался порядка с 5 топовыми педагогами, чтобы они мне объяснили, каким образом это достигается. И в сравнении с первым вариантом, вы понимаете, какой объем работы был проделан. При всем при этом, вот это судится не хуже. Чем этот вариант существенно отличается от первого, я расскажу чуть позже. Но прежде я расскажу следующее. Первый вариант достигается, как я уже сказал, в считанные минуты. И при всем при этом он создает эффект элитного движения. К
Кстати, про элитное движение я говорил тоже в одном из роликов. Я его на всякий случай тоже оставлю здесь. Дело в том, что с помощью первого варианта очень просто клепать пары. Каким образом это делается? Просто берется парень с огромной выносливостью. Берется девушка, которая выглядит миловидно. Их ставят в пару. Натягивают вот это вот расстояние, про которое я вам сказал. И, собственно, гоняют вариации. Сделать топовую пару за 2-3 месяца не имеет никаких проблем. Вопрос другой. Является ли это искусством? И насколько качественный от этого танец? Конечно, поверх всего этого вешается огромное количество всяких украшалок, красивых рук, изменения динамики. И под всем этим не видно то, что в основе танца стоит просто развал. Второй же вариант, как я уже сказал, он достигается очень трудно. Мало того, чтобы понять то, как это исполняется, действительно нужно потратить огромное количество времени. Я не говорю о том, чтобы скоординировать это. При этом у каждого танцора есть свои данные, у кого-то что-то более растянуто, у кого-то что-то менее растянуто. И чтобы все это собрать, требуется огромный труд. Но при всем при этом, на конкурсе зачастую это никаким образом не сравнивается. И вот по этой причине меня это очень обижает. Конечно, первый вариант, он отвечает критериям современности. Быстро сделать, получить быстрый результат. Так сейчас абсолютно во всем. Но я призываю, просто умоляю, пожалуйста, обратите на это внимание. Давайте попытаемся сделать из танцевального спорта действительно искусство. Ча-ча-ча. Теперь я предлагаю сравнить первый вариант и второй вариант. Как я уже сказал, первый вариант достигается за счет того, что вы растягиваете торс спереди, как я уже показывал. Второй вариант, это достаточно сложно скоординировать, но достигается за счет также растяжения, но уже поясницы. И когда вы будете делать шаг, вы будете создавать растяжение поясничного отдела. Эти оба варианта позволяют выглядеть элитно за счет того, что происходит растяжение, стяжка внутри корпуса. Но в первом варианте происходит полный развал центра. Во втором варианте происходит напротив, сбор центра. И что я к этому центру привязался? Скажете вы. Но нет, на самом деле центр — это одна из самых важных вещей. Центр — это комок мышечный, который мы создаем где-то в районе между, опять-таки, четырьмя точками, которые я говорил в начале ролика. И этот комок позволяет нам делать множество вещей. В первую очередь, это позволяет нам танцевать, взаимодействовать в паре. Именно центр позволяет передавать информацию от одного партнера к другому. Если центр находится в таком положении, то мы берем и растягиваем его, в результате чего другой партнер никогда не поймет конкретики движения своего партнера. Чаще всего такие пары начинают просто долбиться друг в друга по той причине, что они находятся вот в таком изогнутом состоянии, они начинают толкаться верхними частями корпуса, которые у них чрезмерно наклонены. Как правило, у этих пар не ладится с парным танцеванием. И что они делают? Либо осознанно, либо неосознанно. Просто делают множество параллельных кусков, в результате чего танец превращается в синхронное плавание. Есть те пары, которые вообще на протяжении всех танцев не берутся просто за руки. Вот особенно выделяется танец джайв, где киковые параллельные куски просто от и до просто зашкаливают. И все это по той причине, что так проще сделать красивую картинку, чтобы сразу же получать результат. Зачем нам париться? Зачем нам брать, собирать свой центр? Для этого необходимо прокачивать какие-то мышцы, для этого необходимо
парятся, для этого необходимо почувствовать свой центр, за счет этого центра через внутренние мышцы осуществлять взаимодействие. Не, все сложно. Сарказм. Но, к счастью, ни в одном финале мировом, ни в WDC, ни WDSF не присутствуют пары, которые танцевали бы по первому варианту. И это как минимум говорит о том, что судейство на том уровне прекрасно понимает различия между первым и вторым вариантом. Но в большинстве случаев для получения М-класса, получения каких-то регалий, которые можно будет в дальнейшем использовать, достаточно просто научиться первому. Но это все ведет к тому, что бальный танец, латиноамериканская программа как искусство, выхолащивается, исчезает. Ча-ча-ча. Но опять-таки я хотел бы уточнить то, что конкретных ошибок и конкретно неправильного исполнения вообще в бальных танцах не существует. По этой причине я оговорюсь, то что данный принцип все-таки можно использовать. Это как специфичный способ пластики. Никто не запрещает вам разбавлять второй вариант вот этим вот развалом. И то, и другое можно использовать в своем танце. Другое дело то, что это будет создавать проблемы при взаимодействии пары. Помимо этого, это будет создавать проблемы при создании качественного баланса. Я не говорю там состояние стяжки, которое вам также позволит взаимодействовать с полом, а именно баланс. И на самом деле отсюда можно выделить три стадии танцоров. Первый – это первая ступень, это низшая ступень, я считаю. Это танцевание на уровне, когда растянута передняя часть. При всем при этом страдает танцевание в паре, страдает линии по той причине, что таз отклячен. Также, на самом деле, такие танцоры не могут похвастаться идеальным балансом. Но при всем при этом это смотрится элитно, это смотрится стянуто, это смотрится достаточно четко. Украсив это все какими-то примочками, там, красивыми ручками, презентацией, там, продажей фокуса. И это очень неплохо судится. Второй вариант. Я уже сказал, собранность центра. Отсюда сразу же вырастает уровень баланса, вырастает уровень взаимодействия партнеров. Общий уровень пары становится выше. Но минусом по-прежнему является то, что этому очень долго надо учиться. А теперь давайте посмотрим просто на топовые пары. Эти пары находятся как раз на верхней стадии. Это люди, которые умудряются, помимо того, что они танцуют на основе собранного, местами разваливать для того, чтобы заново собирать. И за счет этого они находят новые средства выразительности. И их танец таким образом выигрывает. А теперь я просто в качестве примера приведу, каким образом это можно использовать. Ча-ча-ча. Самое простое, где можно использовать, скажем так, развал и сбор, это делайт-шаги. Например, вы сделали какой-то шаг, после чего вы создали вот этот вот развал, возможно, упав верхом, поднявшись, опять-таки, по-прежнему не собираясь, и на фоне развала начинаете делать сбор и выводить, например, ногу. Также развал можно делать, в принципе, при любом приходе на бедро. Например, у девушки в партии веера девушка может, например, делать поворотный ход, после чего они делают шаг назад, собранный. И здесь девушка может создать развал, например, специально продемонстрировав, ну скажем так, эротическую позицию. Но после этого девушка должна собраться и дальше действовать. Сам я часто это использую во время исполнения поворотных ходов, то есть шагов, при которых я делаю в процессе шага поворот.
Как я это делаю? Обычно я делаю шаг и здесь растягиваю это место до максимума. После чего я поворачиваюсь и вот здесь я собираюсь и уже дальше выполняю шаг. Конечно, примеров гораздо больше. Все это ваше творчество. И использовать вы можете и тот, и другой вариант. Но в основе, на мой взгляд, должен быть как раз собранный вариант, потому что он позволяет делать ваш танец действительно качественным. И от качества вы сможете развить свой танец до уровня искусства. Чего я вам лично и желаю. Ча-ча-ча. Ставьте лайк, звоните в колокольчик. С вами был Герман. Это блог «Бальная Латина». До свидания.